возносим царя царей, он достоин чести, он достоин славы, он достоин благодарения. Драгоценные поклоняйтесь царю царей. Я Максим Максим и это прямой эфир. Мы вместе с вами Находимся сейчас здесь, это Дом Веры, наша интернет-община. Приветствую всех тех, кто присоединился ко мне через интернет. Если вы хотите присоединиться, присоединяйтесь через интернет. Для тех, кто смотрит со спутника, подключайтесь к нашей интернет-общине домверы.ру и смотрите нас прямом эфире сейчас прямой эфир наступает суббота я хочу сказать шаббат шалом всем тем кто сейчас меня смотрит может быть вы в записи будете уже смотреть но если в записи то в записи но каждый день мы встречаемся в одно и то же время здесь 18 часов по московскому времени и у нас идет прямой эфир каждый день кроме субботы и понедельника Ко мне поступает много вопросов, и поэтому сегодня я хотел бы отвечать на некоторые из них. Вернее, я буду отвечать на все вопросы по мере поступления, но я не успеваю. И вам, дорогие мои, кто сейчас смотрит меня в прямом эфире, вот я сейчас вижу, ко мне идет огромное количество вопросов. Татьяна с Георгиевска пишет, много лет являюсь партнером канала. Ой, спасибо вам. Четвертый раз пишу вопросы. У меня... У меня э, э, в городе э, Так, это какое-то LH Studio Имени нету э, У меня очень волнует вопрос, как быть, если в моем городе нет церкви, а хочется хотя бы в интернете быть на домашних группах. Отвечая на вопрос, значит, во-первых, в каком городе вы находитесь, что нет церкви? Это очень хороший вопрос, потому что я почти не знаю городов, где бы еще не было церкви. Второй вопрос, если в вашем городе действительно нет церкви, может быть, Господь вас призывает начинать там служение? Может быть, пришло время вам? Но давайте посмотрим, что Господь говорит вам. То есть, Скажите, какой у вас город. Начнем с того, чтобы правильно ответить на ваш вопрос. Скажите, какой город. И не забывайте, что каждый день мы здесь в Доме Веры, в нашей интернет-общине встречаемся каждый день. Кроме субботы и понедельника, и общаемся вместе. Я вижу, Алина Скременчуга пишет, Аллилуйя, мир вам, и тебе, Алинка, привет. Слава пишет, мир, Александр Скаменогорска, шалом, пасторы, сестры, братья, рада быть в эфире после рабочих дней. Пусть Бог благословит вас, Татьяна из Григорьевска. Я, наверное, задам вопрос, интересующий многих. Давай задавай вопрос. Эльвира из Новоку... Новомосковска. Гамаш Людмила из Владивостока. Во как, у вас же там ночь сейчас? Ну молодец. Сколько у вас там время, Людмила? Дмитрий с Воронежа, аминь, говорит, Антон и Роза с Германии, приветствую вас, с Миннесоты, Светлана, приветствую тебя, дорогая, всех приветствую, Екатеринбург, приветствую, Алматы, Мурат, приветствую вас, с Лондона, Джинетта, еду скоро в Лондон, буду рад с вами встретиться, всех приветствую, кто к нам вышел в эфир, всем говорю огромные приветствия, благословения, рад с вами были, я с Хабаровского края, город Советская Гавань, Советская гавань, постойте Это недалеко от Комсомольска на, на Амуре? Вот это интересно Потому что это же это мои корни оттуда Комсомольск на Амуре Советская гавань, это очень интересно а, а, Моя мама оттуда Я думаю, что там есть церковь а, Напишите потом мне в личку И я вам Я вам помогу найти Поместную церковь Хорошо, итак, начнем с того. Здесь мне снова задают один и тот же вопрос, Слава Цер, и он задает вопрос о четвертом измерении. Пастырь, где написано четвертое измерение, четыре измерения в Библии? Вообще эта тема как бы сейчас волнует некоторых, потому что некоторыми проповедниками она муссируется, пропагандируется. Давайте так начнем. Мы живем в трех измерениях. В трех измерениях. Длина или высота, глубина и ширина. Другими словами, три измерения, по которым мы можем определять местонахождение. Я нахожусь здесь, вы находитесь там. Между нами есть расстояние. Мы можем сказать расстояние сколько в километрах, в тысячах километров, в десятках тысяч километров. Мы можем определить, как высоко, как низко, как глубоко. Существует еще измерение. А, время а, Мы можем посмотреть на часы Посмотрите на часы Теперь уберите часы И теперь это уже в прошлом Время уходит а, Мы находимся во времени как заложники времени Если скажем в измерениях мы можем передвигаться То в измерении мы не, в, Во времени мы не можем передвигаться Это как бы а, Четвертое считается измерением Время а, Но когда некоторые проповедники Говорят о четвертом измерении о специальном вхождении в четвертое измерение. Что такое четвертое измерение? В их понимании. Это говорится о духовном мире. Говорится о духовном мире, ничего более. Существует мир духов. Почему мы их не видим? Почему мы не видим ангелов и все остальное? Потому что они находятся в другом измерении. Или в духовном мире. Есть материальный мир, физический мир, есть духовный мир. И там другие измерения. По-другому они передвигаются. Весь духовный мир может поместиться на ладошке, и весь наш мир может поместиться на, на, я не знаю, там на, на пальце, на персте Лазаря. Когда мы говорим об измерениях, мы из разных измерений, форм измерений. Поэтому спекулировать на тему четвертого измерения какого-то чего-то такого мы все с вами посажены на небесах. Это позиция, которую нам дал Господь в духовном плане, в духовном измерении, в мире духа. То есть, другими словами, после смерти мы все оставляем это тело и переходим в духовный мир, в духовный мир, в другое измерение. Поэтому, когда говорится о четвертом измерении, некоторые наделяют, спекулируя какими-то фактами. Фактически в Библии сказано, есть, есть мир умерших, мир духов, есть духовный мир, есть физический мир. Точка. Когда Бог создал физический мир, это физический мир, когда Бог создал духовный мир, это духовный мир. Можно говорить очень много о четвертом измерении, но нюанс в том, что сколько бы ты ни давился, ты все еще находишься в трех измерениях. Можем ли мы влиять на четвертое измерение? Да, мы можем, потому что а, есть там и поднебесие, и небеса, и так далее. Есть место, где дьявол обитает и где сражение с дьяволом происходит, и наши миры пересекаются, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Я не буду спекулировать на эту тему, создавать, если ты будешь меня слушать, я научу тебя двигаться в четвертом измерении, дорогие мои. Читай Библию, положи основание своей жизни на священное Писание. Изучай Писание, общайся с Господом. Господь живет во всех существующих измерениях. И когда наступит время тебе перейти в другое измерение, ты перейдешь просто в просто измерение и все. Закроешь глаза и скажешь: Господи, прими душу мою и перейдешь в другое измерение. Существует духовный мир современными словами звучит так, четвертое измерение, библейскими духовный мир. Мир духов, или как, где ангелы обитают, где престол, где, где... Вс... Когда мы говорим о небе, о рае, это не земного происхождения, это духовного происхождения. Теперь, когда все начинает крутиться вокруг современных фраз, четвертое измерение, четвертое измерение а, это говорится о нематериальном мире и играть и спекулировать на этом создавать какое-то а, какое-то таинство вокруг чего-то измерения о -о -о -о. знаете как один проповедник любил так проповедовать и говорит я вам сейчас такую вещь я вам такую вещь сейчас такую вещь вам скажу вы вы просто будете в шоке я вам такую тайну открою. Вы... И он где-то минут пять говорит о том, что сейчас он скажет, сейчас он разродится. И вот у него уже, и вот он все еще не может разродиться. Он говорит, если вы только ее поймете. Я слушал этого проповедника, я смеялся долго. Он так долго накачивал атмосферу. Так долго. Я думал, ну, сейчас он точно какой-нибудь сварганит такое откровение, что я сейчас просто шандарах и свалюсь в кресле. И просто и буду вот так лежать, говорит, вот это мощь. И он такой говорит, откровение, Бог любит тебя. И вот так еще. А -а -а. Я подумал, ну так это же базовое откровение Евангелия. А, но накачка такая была, что сейчас он такое тебе скажет. Я уже за... Вы знаете, многие люди берут и говорят, о, четвертое измерение. И даже как-то вот замедленно начинает двигать руками. Четвертое измерение. Когда делается накачка по любой теме, вот реально, когда происходит накачка по любой теме, люди иногда подучи не на, не на откровение, а на то, как оно преподносится. О, я буду вам говорить о таинствах веры, в священном месте, дом веры. Знаете, и когда когда вот такое происходит, давайте быть реалистами, духовными реалистами. Мы живем в материальном мире. Бог нас не случайно посадил, чтобы мы жили в трех измерениях. Многие люди уже сейчас хотят уйти в четвертое измерение. Зачем? Ты нам еще здесь нужен? Они начинают вы знаете, вот они от, отрешенные от земли, от, от реальных человеческих проблем нужд. И они начинают жить, они там уже. Они э -э -э, здесь их тела, их здесь, а, а, а они уже все вышли в четвертое измерение, в астрал ушли. Это чушь и язычество. Дорогие мои, Господь поместил вас на земле. Наступит время перейти в четвертое измерение. Не перейдете, не волнуйтесь. Кто-то говорит: мне нужно сейчас изучить четвертое измерение. Человек, дорогой, тебе сейчас нужно творить Божьи дела, благовествовать, служить, любить, распространять. Когда умрешь, там сориентируешься, как в раю будет. Многие люди все, все свое время тратят на то, чтобы узнать, как там будет в раю. Нормально будешь. Вы попадешь, что тебе дадут там э, инструкцию, что делать, и ты разберешься, сориентируешься. Не нужно заранее, откуда? а как там будет, а что там будет. Увидишь, что будет. Все будет хорошо. Аминь. Поэтому не спешите в четвертое измерение. Научитесь ходить правильно перед Богом. Ходи предо мной и будь непорочен. Исполняй то, что Господь заповедовал, служи Ему, люби людей, распространяй благую весть, заботься о ближней, заботься о семье, заботься о церкви, свети, люби, благословляй, проживи красивую жизнь, оставь хорошее наследство и присоединись к Господу в там в четвертом измерении, воздав Ему славу. Аминь. Вот так. Поэтому, если, если мы говорим о том, что нужно, каждые полгода ездить в какую-то церковь в каком-нибудь Минске, и ты должен приезжать, и там накачивать на четвертое измерение. Человек, вон в Библию возьми, вот реально возьми Библию, и начинай жить по Писанию. Многие, нигде не сказано, что ты должен ездить в какой-нибудь университет Духа Святого. Чушь все это. Присутствуй в Божьем присутствии, общайся с Господом, Он тебя водит. Не нужно всю жизнь быть наивным и немощным. О, нам, нам нужно ехать, дорогие мои. Эти все четвертые измерения. Вы потом, когда, когда предстанете перед Господом, там все разберетесь. Не нужно. Нигде в Библии не говорится, чтобы ты перестал жить земной жизнью, перестал жить с людьми, а перестал делать Божьи дела и ушел в Астрал. Нету этого. Это язычество и это восточные и религии. Вообще, первый раз, по-моему, кто там о четвертом измерении? Йонгичо или Бочаманник говорил? Даже не помню. Это лет 20 назад. Четвертое измерение, как люди, все, о, четвертое измерение. Они думали, что если бы сделать какую-то вот правильно вот как-то вот так встать, вот так выгнуться, так, М -м", так помолиться, их так накачали, что вот если ты знаешь, как, как правильно молиться, тогда ты выйдешь в четвертое измерение. И, вышел ты в чет... и вышла Маруся в четвертое измерение И начала двигать ангелами управлять духовными там, существами Маруся, ты там тряпкой а, поуправляй в своем доме У тебя пыли вот столько И есть нечего в холодильнике Сходи в магазин в четвертое измерение Купи еды Просто купи еды и, и пообщайся со своими детьми Четвертое измерение придумала многие люди вы знаете вот, вот катастрофа когда они начинают выходить я послушал недавно одного человека у нее жена так ушла в четвертое измерение что дошло до развода она перестала в дома исполнять все функции все время уезжала уезжала в другой город на какие-то мероприятия сборы по четвертому измерению и в конце концов она ушла от мужа ужас ужас она ушла в четвертое измерение Поэтому не сходите с ума, будьте реалистами. Бог не случайно вас в три измерения посадил. Не нужно питаться сейчас, ходить в четвертом измерении. Когда предстанете перед Господом, будьте сейчас. Имейте отношение с Богом. Живите по Писанию. Как-то вот все люди. Последние, сколько здесь, 6 тысяч лет, жили как-то в трех измерениях нормально. Но вдруг какие-то новободные проповедники, они вдруг четвертое измерение решили вас вывести. Расслабьтесь, все будет хорошо. Хорошо. Итак, у нас следующие вопросы. Следующие вопросы по четвертому измерению закончили. Втором послании к коринфянам. В третьей главе, седьмом стихе апостол Павел называет смертоносными 10 заповедей. Вы знаете, вот я как делаю. Давайте откроем сейчас 2 Коринфянам и прочитаем, что здесь написано. 2 Коринфянам, 3 глава, 7 стих. И здесь написано, вначале мы читаем синодальный перевод, которому почти 200 лет. Старый перевод. Если служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисея по причине э, славы от, от лица Его приходящей. Не гораздо ли более должны быть э, славно служение Духа? Я сразу же открываю современный перевод, переключаясь на современный перевод и читаю, чтобы было легче понять, о чем говорится, потому что иногда э, постановка э, слов Апостол Павла настолько замудренная, а в сенодальном 200-летнем переводе она еще более замудренней Читаем современный перевод. Если служение закону, который высечен, высечен буква, который высечен буква за буквой на каменных скрижалях, закону, ведущему к смерти, ибо за грех смерть сказано, Просияло такой смерти просила такой славы, что сыны Израиля не могли взирать на лицо Мо Моисея от того, что оно сияло блеском славы. Хотя, хотя то и была слава приходящая, временная. Разве не больше будет слава от служения Духу? Посмотрите, что он говорит. Он замудренно говорит. Когда мы служение закону, высеченного на камне, у которого концепция была, смерть за все за, за непослушание смерть а этот закон ввел помог моисею прийти к такому состоянию что лицо его просияло если даже через смертоносный закон лицо моисея просияло то народ разве не должно быть больше славы от служения духу вы улавливаете о чем я говорю многие люди тормозят на первых фразах служение смертоносным буквам, о, это буквы. Он говорит в контексте, нужно смотреть на места писания в контексте. Если вам какое-то место писания непонятно, возьмите сверху и снизу, прочитайте на, на главу вперед и, и, после, чтобы понять контекст. Второе, возьмите современный перевод, наш перевод 200-летний. Он достаточно стар. Возьмите современный перевод, он более просто об, об, обозначен. Посмотрите, если служение закону, который высечен буквой за буквой на скрижалях, закону, ведущему к смерти, просияло, лицо просияло славой, что сыны Израиля не могли смотреть на лицо Моисея так сильно. Если служение закону, который смертоносный, который несет за грех смерть по, по приказанию, оно помогло это служение просять лицу так, что люди не могли смотреть, то служение Духу, конечно же, будет гораздо больше. Дмитрий Сворожней же, я вам ответил, пусть Бог благословит вас. Идем дальше. Андрей из Австралии, из города Сидны, задает вопрос. Андрюша, ты говоришь, что можно сказать о крещении младенцев? Отвечу: Это заблуждение, крещение младенцев. Почему? Потому что Иисус Христос. Матфея 28 глава. Я специально для вас открою великое поручение Иисуса Христа. Матфея 28 глава. Он очень четко, Иисус Христос очень четко обозначает концепцию служения. Кого надо крестить, кого не надо крестить. Сейчас я подхожу. Марка и перелистываю Матфея. Вот. Посмотрите, как здесь написано. Последние слова Иисуса Христа. Он говорит, итак, Приблизившись, Иисус сказал, да нам не всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, Матвея 28, 19. Итак, идите, первое, идти. Второе, научите, крестя их во имя Отца, Сына, Святого Духа, и уча соблюдать все, что я повелел вам все с вами во все дни до скончания века. Почему некоторые крестят младенцев. Они говорят, ну ведь крестился, например, там как только какой-нибудь там воин и весь дом его. Это значит, что там были и дети, дети тоже крестились. И поэтому они говорят, мы можем крестить детей. А сейчас рождается ребенок, мы его сразу же попано и крестили. Аллилуйя, он крещенный теперь, теперь он верующий, спасенный. Послушайте меня очень внимательно. Послушайте. Когда Иисус Христос сказал, итак, идите, научите, крестя их и уча их. Посмотрите, научить условия. Иисус два раза сказал до и после крещения. Первое, научите. Второе, крестите. Дальше, научая их соблюдать все то, что я повелел вам. Другими словами, когда человек способен к научению. Младенцы не способны к научению. Когда человек способен к научению, способен ли он воспринимать, способен ли он слышать и понимать? Дети не способны слышать и понимать. Они изучают мир, но они не понимают. Когда он начинает понимать, что ему нужно крещение, что он грешник, в какой момент человек начинает осознавать, что он грешник? Поэтому мы где-то поставили, есть некоторые скороспелые дети, они в 13-14-12 лет понимают. Некоторые есть поздние в 30 лет ничего не соображают. Но, но, некоторые из поздних, которые в 15 лет только начинают соображать, что они а, грешники. Ну, вот. Но учите, и когда научите, тогда вы сможете преподавать крещение. В Израиле с 13 лет мальчик считается уже мужчиной. И ему бормит делают там про специальное посвящение. И и когда это происходит, когда это происходит, он становится взрослым считается. Другими словами, я думаю, что где-то после 13 лет уже можно смело говорить с ребенком и крестить его. Что произошло в наших традиционных баптистско песятнических общинах? На нас власти устраивали гонения в Советском Союзе. И знаете, что случилось? Власти устраивают гонения а они устроили пресс и они запрещали детей приводить в церковь. Они пасторов садились за то, что дети принимали участие в богослужении. Даже сейчас во многих странах идет преследование. если ребенок окажется на богослужении, мы например, должны получать от обоих родителей разрешение, чтобы ребенок присутствовал на воскресной школе, где детки играются, Воскресная школа, параллельно идет церковное собрание, воскресная школа, детки играются, и мы должны получать разрешение. Потому что закон такой сделали, что запрещено, как в Советском Союзе, запрещено. И вот, они, так как власти сказали, что только можно совершеннолетием, они постановили, что 18 лет это совершеннолетие, и во многих церквях детей до 18 лет не крестят. Так они уже бандитами к 18 становятся а их не крестят. А это не по писанию. В еврейской традиции мне больше нравится, что 13 лет бармитсва, я думаю, что для нас 13 лет это нормальный порог, когда человек может принять уже решение и быть крещенным в воде. Если он осознает, если его научили, здесь очень важный момент, если его научили. Ольга, не зная откуда, задает вопрос. Мир вам, в нашей церкви служение идет, 4-6 часов. Uh. Можно ли уходить раньше его окончания? Нам говорят, что это не почтение к Богу. Uh. Да, я помню, были времена, когда я проповедовал по 2-3 часа. Uh. Вы знаете, вот это интересная такая вещь. В Америке uh, многие церкви, все служение идет 45 минут. Все служение. От начала до конца. Людей теперь столько времени, они на телегах не должны ездить, они на машинах ездят, они э, еду в ресторан заходят, вот так, чикс, фастфуд получают. У них все теперь быстро, им не нужно письма писать, они просто берут телефон, набирают текст, ту -ту 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 -ту, и они отправляют письма. И у них теперь времени, у них нетерпение, не сидение, они уже сидит 30 минут, уже плохо ему. Конечно, есть одна крайность, 45 минут. В эти 45 минут входит А. Прославление, приношение, проповедь, объявление. Все входит в эти 45 минут. Вообще все входит. И теперь, когда вот это смотришь на них, думаешь, О, ужас, что это, что это за церковь? Экспресс, такая, знаете, фастфуд, fast фаст fast church. Такая быстренькая церковь, такая наштампованная. И многие люди говорят, ну это классно. Пастор должен говорить кратко и классно. Конечно, даже уроки в школе где я учился, 45 минут идут. Поэтому я где-то для себя беру 45 минут, это оптимальное время для того, чтобы пообщаться, для того, чтобы послужить проповеди словом. В нашей церкви, например, мы начинаем, где-то час у нас идет прославление, пожертвование, объявление, мы за час должны уложиться, и второй час у нас идет проповедь с молитвой и все. Где-то за два часа мы должны уложиться. Иногда затягиваем 2.30, но стараемся вот в этих рамках. Теперь, что делать, если в вашей церкви служение идет 4-6 часов? Конечно, вы повлиять не можете. Если вы уходите раньше с собрания, вы действуете демонстративно, показываете, потому что вы же не можете тихо уйти из собрания. И это не очень красиво. Почему в вашей церкви так происходит, я не знаю. Согласился бы я сидеть 4-6 часов, я бы не согласился. И если вам пастор говорит, что это непочтение к Богу, ну простите меня, у меня мочевой пузырь сейчас лопнет. И я почитаю Бога, но чтобы не случилось непочтение посреди собрания, вот. Ну, я бы, я бы, дабы, дабы и не, не, соблазнять никого, дабы, я бы в другом бы месте бы оказался. Поэтому, Ольга, отвечая на ваш вопрос, 4-6 часов служения – это тот же перегиб, что и э, короткие служения, 30-минутные. Это тоже перегиб. Поэтому, ну, смотрите. Следующий вопрос. Отличный вопрос. Алина из Кременчуга задает вопрос. Пастор, я занимаюсь служением для детей инвалидов, детей сирот. Sorry. Подскажите, скажите, какой эффектив, как эффективно достигать сердец детей сирот для Господа? Как им ненавязчиво проповедовать, чтобы их жизнь менялась? Один человек сказал такую фразу, очень хорошую. Говорит, проповедуй слово каждый день и только иногда используя слова проповедовать слово а, каждый день проповедовать слово каждый день когда когда мы а, проповедуем не словами а проповедуем жизнью когда мы проповедуем нашей жизнью это, наверное, самое важное. Проповедуй слово каждый день. В своими своей любовью детей нужно любить. Если ты любишь их по-настоящему, если ты показываешь им любовь, если они чувствуют любовь Божью, они пойдут за тобой. Они увидят в тебе любовь, они увидят в тебе заботу. Настоящая любовь Божья. Любите их, служите им и молитесь о Бога у Бога просите, чтобы открылась возможность донести им свет спасения. Дети разного возраста бывают, поэтому э, я не буду говорить о психологии детей, но э, есть мал младенцы, есть детки маленькие, есть подростки. У каждого своя концепция, свой подход, свои вопросы. У каждого разные ключи. Нет единого такого ключа, линка, чтобы сказать, вот это вот так, или вот так, или вот так. Но любовь — это универсальное средство. Любите детей. Найти ключ к сердцу ребенка нужно, так как вы служите им, нужно найти ключ, ключ к сердцу. Мой совет ⁇ любите, служите. Почитайте, кстати, информацию о психологии ребенка. Вам для своих детей, к воспитанию своих детей тоже потребуется. Почитайте... О психологии ребенка. Сильно туда заходить не надо, но понять, почему ребенок делает то или то, почему то или то. Например, когда мальчик нападает на девочку, иногда нам кажется, что он злой, или девочка нападает на мальчика. И когда мои мальчики жаловались, вот меня там она бьет все время. И оказывается, она девочка думает, что вот если так бить, это значит, оказывает внимание. Ей не безразличен объект нападений. Казалось бы, такая странная вещь, да? Агрессия, казалось бы, ненависть. А это так выражают некоторые девочки любовь в младших классах к мальчикам или симпатию свою. Но любовь это самое универсальное. Научитесь любить. И понимаете, почему с людьми происходит то или иное. Когда, когда знаете, у нас одна женщина постоянно у нее были демонические приступы, то есть э, вдруг она начинает падать, кричит, визжит, как будто демоны в ней. И все бросались на и нее, молились, изгоняли. И вот это происходило собрание, в собрании, в собрании, собрании, собрании. И однажды, когда это случился приступ, она типа лежит, вот такая, Вау! там все организаторы нападают, держат ее, прижимают там, чтобы не дай бог она не сорвалась никуда. И и, и вот я вдруг я Встал на колени, положил руки, молюсь, и потом вдруг ко мне приходит понимание, никаких там бесов нет. Никаких бесов. Она притворяется, она симулирует а, проявление бесовское. Я наклонился к ней, и все думали, что сейчас мы будем кричать: выйди во имя Иисуса Христа! Я посмотрел на нее, я его вот так тук-тук-тук, что орешь? Я говорю, что ты орешь? Она вот, а -а 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 -а! открыла глаза, говорит, я не знаю. Я говорю, зачем орешь? И потом я понял, что она брошенная женщина. И что э, нет внимания к ней, нет заботы. И вот ей хочется внимания людей, сострадания, чтобы люди за нее молились. у нее Она просто одинокий человек. И когда я это понял, я посмотрел, это как бы... Симуляция. Многие люди, они симулируют болезнь, только чтобы их жалели и к ним с жалостью приходили. Поэтому посмотрите, психологию тоже нужно как бы немножко изучить, но не входите в это сильно глубоко. Дорогие мои, пусть Бог благословит вас, как быстро время у нас летит. Я даже на часть вопросов не успел ответить, даже не знаю, что делать. У меня еще вопросы остаются. Давайте тогда в воскресенье продолжу, потому что вопросов столько накопилось, а оно продолжает и продолжает и продолжает. А, ну, я даже не знаю. Я буду продолжать тогда еще отвечать на вопросы в воскресенье. Простите, если на все вопросы не смог ответить. Давайте помолимся. Господь, благодарю тебя за этот день, за время общения. Благодарю тебя за каждого человека, кто сейчас со мной был в прямом эфире. Я благословляю твоим именем. Господи, благослови, благослови этих драгоценных людей, пускай милость твоя будет с ними. Держи в своих руках, направляй на пути твои, укрепляй защити от всякого зла. Да будет твое благословение, Господь, с этими драгоценными людьми. Я благословляю вас именем Иисуса Христа. Я прошу тебя, Господь, наполни их жизни откровением, познанием, славой, силой, Духом твоим святым. Благослови, Господь, каждого человека во имя Иисуса Христа. Я говорю благословение над вами. Да пребудет с вами Господь, да направит вас Господь, да поддержит вас Господь, да укрепит вас Господь, да вразумит вас Господь во имя Иисуса Христа. Я благословляю вас. Аллилуйя, будьте благословенны Драгоценные, я ценю каждого из вас Я ценю каждого из вас Я ценю, что вы делаете Я хочу поблагодарить Господа за, за вашу щедрость За ваши дестины, приношения Хочу поблагодарить Бога за то, что вы Участвуете в Божьем деле Хочу поблагодарить Бога За то, что вы Поддерживаете нас э, Своими десятинами Те люди, которые поддерживают нас они не безразличны, они часть семьи. Мы вместе делаем Божье дело. Пусть Бог благословит вас обильно. Что такое десятина, кто-то спрашивает. Десятина – это десятая часть доходов, которую мы посвящаем Господу. Десятая часть доходов, которую мы доверяем Ему, отдаем Ему и говорим, Господь, это тебе, это тебе, чтобы прославлялось твое имя. Я благодарю Бога за тех людей, которые служат десятинами. Я служу десятинами уже много лет, отдаю десятую часть – и я вижу, как Бог использует. Вы знаете, благодаря десятинам, которые мы в Алмате даем, сегодня христианское телевидение существует. Этот дом веры возможен благодаря тому, что кто-то дает десятины. Пусть Бог благословит вас. Ценю, благодарю, благословляю. У меня остаются последние 20 секунд. Я хочу сказать вам, драгоценные, держитесь за Господом. Дом веры, не отключайтесь. Я сейчас к вам вернусь, еще продолжу отвечать на вопросы. Если вы хотите услышать ответы на вопросы, пройдите в дом веры ру я буду здесь с вами отвечать на вопросы. А всем зрителям на спутнике я хочу сказать, благословит вас Господь, хранит вас Господь, держитесь за Господом, ищите волю Его, познавайте Его, и все будет хорошо. Благословляю вас, с вами был Максим Максимов, встретимся в воскресенье. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Дорогие друзья, а сейчас вы можете пройти на мой YouTube канал MaximCNL и посмотреть эти и другие проповеди. Спасибо за ваше внимание и за ваше участие.